Доброе утро. Те, кто меня видит, напишите, или добрый день, у кого что. Напишите мне, пожалуйста, слышно ли меня. Меня интересует звук в первую очередь. Спасибо. Ну что же, еще раз здравствуйте все, кто сейчас в прямом эфире, и здравствуйте все, кто смотрит, слушает записи. И я еще пока не исчерпал разнообразие медитаций. И сегодня я хочу предложить нам очень простую практику, но я считаю, что она одна из ключевых вообще для понимания качества, которое мы тренируем в медитации, в практиках созерцания. Это практика слушания, то есть простого слушания, когда мы открываемся звуком и сидим, слушаем. Почему я считаю, что это важно? Потому что вот у нас есть разные каналы восприятия. У нас есть зрение, вот слух, мы можем чувствовать запахи, там, что мы там можем чувствовать вкусы, и вот тело, да, телесные какие-то ощущения, там, тактильные, внутри тела мы можем чувствовать что-то. И вот как работают эти каналы восприятия, они работают немножко по-разному. Вот особенно это видно, видите, что я сказал, видно. На примере зрение и слуха. Вот зрение у нас так устроено, что мы обычно выхватываем разные, ну, предметы, что ли, отдельные, да, мы вот их, вот я вижу там сейчас радиатор, я вижу стену, я вижу компьютер, я вижу микрофон. То есть я как бы сужаю взгляд и вот выхватываю. Если я пытаюсь специально пытаюсь как-то расширить взгляд, расфокусировать его, охватить, скажем, всю комнату, это как не очень для нас привычно. Мы можем это делать, но это мы как бы делаем это специально, как, может быть, какое-то упражнение. А вот слух, он устроен немножко по-другому. Мы слышим сразу все пространство. Безусловно, там, внутри этого слушания, мы тоже обращаем внимание, там, скажем, на наиболее сильные какие-то звуки, может быть, неприятные звуки, чаще всего мы как-то выделяем из общего этого фона. И тем не менее, слушание такое более открытое, более именно расфокусированное и охватывающее восприятие. И вот, собственно, когда мы тренируем себя в медитации, что мы вообще стараемся делать? Мы стараемся воспринимать жизнь, да, воспринимать опыт. Опыт, который, ну, с нами происходит прямо сейчас, с чем мы соприкасаемся через вот эти каналы восприятия, то, что мы видим, слышим, чувствуем. И в то же время и также, что мы чувствуем в этом своем богатом внутреннем мире. Там мысли, эмоции, чувства, состояния. И наша задача, по большому счету, это вот стать таким широким, пространственным, открытым, чтобы не цепляться за эти вот феномены, объекты, за эти, да, которые вот возникают. Мы с ними, в чем проблема-то наша, что мы с ними отождествляемся, слипаемся, и все. И я вот в этом состоянии, я только это, и все. А наша задача немножко так раскрываться, делаться шире и осознавать себя как вот это нечто осознающее, внутри чего происходит всякое. Приятное, неприятное, ощущения, мысли, чувства и прочее. Вот. И поэтому здесь вот слушание, процесс, он нам как-то вот как навык очень помогает, когда мы стараемся слушать одновременно все сразу, все пространство. Как будто бы в каком-то смысле мы становимся этим пространством слушания. Мы затихаем,
и слушаем. Вот здесь еще два элемента важны. С одной стороны, такая пространственность, открытость. И, ну, какая-то вот спокойствие, в смысле, что мы не цепляемся. Вот этот звук, мы не стараемся их как-то вот захватить и удерживать. А такая расслабленность в этом слушании. А с другой стороны, это в то же время алертность, да, вот такая бдительность. Я действительно прислушиваюсь. Вот если как будто кто-то шепчет где-то, да, вот, и вы начинаете прислушиваться. Вы как открываетесь, вы алертны, вы так настраиваетесь на это слушание. И вот, собственно, эти два качества нам и важны для медитации. Открытость и какая-то такая вот просто восприимчивость. А с другой стороны, все-таки алертность, любопытство, интерес. Ну вот, и, соответственно, поэтому я считаю слушание одной из наиболее таких полезных для нас практик, хотя это очень просто, казалось бы. Ну окей, давайте мы поделаем это. Но вначале мы в любом случае настройку мы проходим, как мы это обычно делаем, проходя через все каналы восприятия, и вот основа нашей практики – это поза, тело, контакт с этим. Итак, начнем с визуального канала. Смотрите свое пространство, там, где вы находитесь. И вот когда вы осматриваете, то сразу же старайтесь заметить, как именно процесс этот у вас происходит, как зрение работает. Вот когда вы смотрите, то действительно вы что вы делаете или что происходит? Вы выхватываете эти отдельные объекты или вы смотрите там как-то широко? Как это у вас? Так, пространство, как бы дотрагиваетесь до него, глядываете его, осваиваете его, хотя оно может быть 100 раз освоено вами, никогда не помешает сделать это еще один раз. Смотрите на какие-то мелочи, мелкие детали, предметы, которые где-то разложены или разбросаны у вас. Заметьте что-то, может быть, что не замечали. Хорошо, и отдельно, пожалуйста, обратите внимание на дверь, где она у вас, просто посмотрите на нее, дверь или двери, окна или окно. Если есть возможность, то как-то так продлите взгляд туда, за окно, смотрите, что там, какая погода, какое время года у вас там сейчас. Угу. Хорошо, и вот мы как-то насытили немножко вот этот визуальный канал, теперь мы можем как-то с чистым сердцем закрыть глаза, позволить им закрыться, для того, чтобы переключиться на другие каналы. И вот сейчас давайте первый раз немножко послушаем звуки, послушаем пространство. Окей, теперь оставим пока на время слушания и переключим это внимание на тело. И в первую очередь на позу. Посмотрите, почувствуйте изнутри, вот с закрытыми глазами, как она вам сейчас, эта поза. Удобно, неудобно. Можно ли и нужно ли устроиться поудобнее, как-то усесться, угнездиться. Если вы сидите на стуле, то поставьте стопы плотно на пол, так, чтобы они соприкасались плотно. Еще раз отметьте всю свою позу, как вам сейчас в ней. И затем переключим внимание на дыхание. Делаем несколько глубоких вдохов, мягких длинных выдохов. Замечая при этом, что меняется. Если вы просто так расслабляете дыхание,
Немножко продлевая, продолжая выдох, то что меняется в вашем общем состоянии? Может быть, самую малость, может быть, чуть-чуть. Хорошо. И затем мы начинаем опускать внимание в область таза, в чувство опоры, ощущение соприкосновения таза и той поверхности, на которой вы сидите. Почувствуйте всю нижнюю часть тела, туловище, таз, поясницу. Если вы чувствуете там какие-то напряжения, втягивания, какие-то подтягивания, то вот сейчас самое время с выдохом просто немножко так отпустить, смягчить эти напряжения, отпустить поясницу, ягодицы, какие-то мышцы в промежности, в целом в области таза. И опять почувствуйте, что происходит, когда вы смягчаете эти мышцы. Происходит ли такое физическое усаживание, какое-то уплотнение этого контакта? И если оно происходит, то как это влияет на ваше внутреннее состояние? Приходит ли чувство чуть большей какой-то, большей такой заземленности, укорененности, устойчивости, стабильности? Если приходит, то хорошо, вот просто так почувствуйте это. Позвольте своему телу, сознанию запомнить это. И затем мы перемещаем внимание в область макушки головы и начинаем тянуться за ней вверх. И это другое совершенно физическое такое вот направление, вектор. И когда мы тянемся головой вверх, именно макушкой, то потихонечку, мягко начинает вытягиваться весь позвоночник. И опять сразу же посмотрите, а что меняется? Что происходит с грудной клеткой, с плечами? И что происходит с вашим состоянием? Вот когда вы вытягиваетесь, то что это вам добавляет, что меняет по сравнению с предыдущим опытом? Нам важны вот эти нюансы, мельчайшие детали. Хорошо, и теперь мы постараемся простроить эту прямую линию между макушкой и тазом, почувствовать ее как единое целое. Если нужно, покачайтесь немножко вперед-назад, так вот. Покачайтесь, где вы падаете вперед, потом заваливаетесь назад. А потом выстроите такую вертикальную ось, и в ней и останьтесь. И опять же, постарайтесь почувствовать, что воплощает собой эта поза. Тяжелый, устойчивый низ, легкий, открытый верх и это центральная линия, какое-то чувство такого внутреннего стержня, внутренней опоры на себя. Хорошо. Теперь мы немножко смягчим, сохраняя вот эту структуру, смягчим некоторые мышцы. Мышцы вокруг глаз, нижняя челюсть. Мы можем позволить себе ее чуть-чуть так отпустить. И затем почувствуйте язык во рту. Почувствуйте, как он лежит спокойно.
Можете ли вы почувствовать его вес, вес языка? И затем левая половина лица и правая половина лица. Все лицо одновременно. Затылок, шея, плечи, руки, стекающие с плеч. Обратите внимание на ладони, кисти рук, какие они сейчас, теплые или прохладные. Потом вся спина сверху донизу. Просто пройдите такой волной, смягчая то, что можно смягчить, при этом сохраняя эту прямоту позвоночника. Потом горло, центр груди, вся грудная клетка и солнечное сплетение, живот, пах, промежность, снова таз, весь целиком, снова чувство опоры. И ноги от тазобедренных суставов к стопам. И затем все тело как единое целое. Старайтесь его охватить своим вниманием как единое целое, просто чувствовать его, чувствовать как тело, как вот вы сидите, и состояние себя как тело сознания сейчас. Затем, чтобы немножко скрасить вот эту практику, немножко ее сделать чуть более светлой, можем немножко улыбнуться, почувствовать опять же этот отклик в губах, отклик в виде какой-то едва заметной приятности, удовольствия, щекотки. И затем мы можем снова переключить внимание на слушание. Попробуйте сейчас действительно как-то раскрыть свой слух. Вот все оставшееся время до конца этого упражнения старайтесь возвращать себя к слушанию пространства. Всех звуков, которые звучат в нем, как фон, или тех, которые появляются, длятся, исчезают. Но также и всего пространства, как будто бы той тишины, в которой звучат эти звуки. Это такое усилие без усилия, когда вы раскрываете себя до размеров всего этого пространства, расширяете себя. Итак, посидим.
мы будем постепенно близиться к завершению, но именно постепенно. Сейчас, продолжая слушать пространство звуков, постарайтесь включить в это пространство еще и свои телесные ощущения. Как будто бы ваше тело – это тоже пространство. Можете ли вы как-то расширить свое внимание, сейчас растянуть его между этими двумя каналами восприятия? Слушать так открыто, пространственно. И чувствовать физически, телесно, открыто, пространственно. А затем в какой-то момент позвольте своим глазам открыться и тоже посмотрите вначале, как бы не выхватывая отдельных предметов своим зрением, стараясь удерживать это такое открытое, расслабленное, расфокусированное зрение. И еще несколько секунд постарайтесь побыть одновременно с тремя этими каналами, но именно как-то вот так открыто, расфокусировано. Слушание, телесное пространство и визуальное пространство. Хорошо. И затем потянитесь, подвигайтесь, уже можете как-то отпустить все эти наши ключики. Вот. И перед завершением я хочу вот еще пару слов сказать. Скорее всего, когда вы вот так вот старались слушать открыто, то в какие-то моменты вы замечали, что ваше сознание или ваше внимание или что-то вот внутри, оно, ну, как-то так вот схватывается, оно суживается само, да, оно захватывается, например, за какую-то мысль, за какое-то ощущение, то есть оно вот как-то, как это может быть похоже на какой-то спазм такой небольшой, да, оно как-то внимание сжимается и отождествляется или сцепляется с каким-то объектом, мысль, чувство, ощущение или какой-то отдельный звук. Ну вот. И это не страшно на самом деле. И вот с этим не нужно бороться. Так работает наше внимание, так работает наше сознание. Но что мы можем здесь делать? В тот момент, когда вы заметили, это очень хорошо, что вы заметили вот это сужение, сжатие. В этот момент что мы можем сделать? Мы можем опять в тот момент, когда мы замечаем, можем открыться, можем снова открыть внимание, сделать его более широким. И это именно такое усилие без усилия. Вам не нужно, чтобы расслабиться, вам не нужно прикладывать усилия, вам нужно отпустить все. И вот здесь мы то же самое, мы замечаем, но этот момент замечания, он здесь так же важен, как и момент отпускания. Вы не можете отпустить, пока ничего не, пока не заметили. Соответственно, вот вы когда заметили, что ваше внимание сузилось, не надо себя ни ругать, ничего, что вы вот опять, значит, вы не можете делать то, что надо делать. Вы просто обнаружили это и открылись. Обнаружили и открылись. Вот в этом и состоит практика. Обнаруживать себя в чем-то и отпускать это. Так мы тренируем этот навык какого-то более такого широкого восприятия и не цепляния за то, что приходит и уходит. Хорошо, спасибо всем, кто присутствовал прямо сейчас в этом прямом эфире. Спасибо всем, кто слушает, слушал это в записи. Пишите там свои какие-то вопросы в группе, может быть, отдельными лучше постами, чем под видео, потому что там все теряется, и я не всегда вижу notifications эти. Вот, пишите, делитесь чем-то, что вам приходит просто, или спрашивайте вопросы, задавайте вот всей группе, не только мне.
До следующих встреч. В следующий четверг постараемся опять сделать это. Я буду уже в Москве в этот момент, если там как-то все сложится. Я напишу. Спасибо. Пока.